Всем привет! Вместо того, чтобы просто купить Mage Blood, я решил потратить диваны на Ancient Arcway. Примерно то же самое, сколько вот Mage Blood стоит, там 250-260 диванов, столько же и 5000 Ancient Arcway. Посмотрим, что получится. О, 3850, да? Мейдж Пладик залетел. Я уж думал, ничего не будет. А тут... Так, закончили. 5000 Ancient Arcway, один Mage Blood, одна Реслата. Хэдхантеров нет. Здорово. Спасибо за просмотр, удачи и пока.